5 часов утра, дороги в Саратове почти пустынны. Разве что такси промелькнет, да патрульные экипажи Росгвардии и полиции проедут. Однако не перевелись еще в нашем городе богатыри, надеющиеся и крепко выпить, и сесть за руль, и скорость километров на 50 превысить, и при этом каким-то чудесным образом не иначе разминуться и с полицией, и с Росгвардией. Один из них, петлявший по улицам в районе Сенного рынка, тут же попал в поле зрения правоохранителей. Нами было организовано преследование автомобиля ВАЗ-21099, который не подчинился требованиям об остановке. Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения. На улице Большая Казачья к преследованию подключился наряд вневедомственной охраны управления Росгвардии. Водитель 99-й предпринял последнюю попытку уйти от погони. Его занесло, и он совершил серьезное ДТП, с места которого, целый и невредимый, он попытался скрыться. Принятыми мерами сотрудниками вневедомственной охраны данный автомобиль был остановлен. Правонарушитель задержан совместно с сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование подтвердило, водитель находится в состоянии опьянения. Спорить с алкотестером задержанный не стал. Я ничего не отрицал. Да, был, выпил бутылку пива, было алкогольное опьянение. Однако факт управления автомобилем мужчина признавать отказался. Это и понятно, пьяного лишь оштрафуют, а вот нетрезвый лихач еще и водительского удостоверения лишится. Анатолий Чернов, Нарых Хачатрян, Михаил Белоусов, Вести, дежурная часть, Саратов.